Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Новое покрытие. Дорожники развернули крупномасштабную операцию на Минской. Будет закуплено 6 единиц комбинированных дорожных машин. Где еще заменят асфальт? Генеральная уборка. В Бобруйске пройдет еще один субботник. На что пойдут собранные деньги? Фееричная ПА. В городе состоялся гала-концерт звезд белорусского балета. Интересно послушать и посмотреть, особенно в нашем театре. Как это было? А также большой разговор, столичный экспресс и обработка обращений. В стране появится единая автоматизированная система. Когда запланирован запуск? Пришло время обновиться. Бобруйские дорожники дали старт новому сезону ремонтных работ. Основные силы брошены на центральную магистраль, Минскую. Когда там появится новенькое покрытие и где еще заменят полотно, знает Максим Кембель. У коммунальщиков начинается горячая пора. Проверка боеготовности в этом случае – шаг предсказуемый и правильный. В качестве инспектора – первый заместитель председателя горисполкома Игорь Кисель. Здесь же гендиректор Бобруйск жилкомхоза и руководитель депо. Парк техники, газонокосилки, тракторы, грейдер, поливочные машины. Проверяется готовность техники, средств механизации, подготовка работников, наличие спецодежды, обучение. Проверка также показала, что предприятие готово к работе. Всего же парк коммунальной техники насчитывает свыше 100 единиц. Сюда входит абсолютно все, начиная от тракторов «Беларусь», заканчивая прицепами. Но ничего не вечно, поэтому каждый год город закупает современные машины. На улицах уже работает новый грейдер, в конце апреля ждут еще один. В этом году будет закуплено 6 единиц комбинированных дорожных машин, которые будут летом работать как поливомоечные машины на базе МАЗа. Зимой на них ставится пескоразбрасывающее оборудование, плужно-щеточное. То есть они универсальные, могут выполнять сразу две операции. И сгребание с подметанием, и сразу же посыпка. Сейчас дорожники оккупировали Минскую. На центральной магистрали сосредоточен внушительный десант. Фреза срезает старый слой асфальта. Следом специалисты ведут подготовительные работы для укладки нового покрытия. Всего здесь задействовано порядка 10 единиц техники. Асфальт заменит на участке от Октябрьской до проспекта Георгиевского. Это свыше 2 километров дорожного полотна. Срок годности покрытия, по словам специалистов, не меньше 10 лет. Асфальт на этом участке будет высокотехнологичным. Резина будет его основой, плюс добавит целлюлозу. Кроме покрытия, дорожники меняют и бордюр. Планируем этот кусок сдать, поставить бордюр и уложить асфальтобетон на участке к майским праздникам, то есть к 9 мая. В этом сезоне также заменят асфальт на участке от проспекта Георгиевского до Орджоникидзе. В порядок приведут и улицу Интернациональную. Ее ждет капитальный ремонт. Максим Кемель, Андрей Богдан, Максим Галионко, Бобруйск, 360. Марафет продолжается. В Бобруйске пройдет городской субботник. Чище станет возле предприятий и организаций, на территориях строительных площадок, потребительских гражданостроительных кооперативов. Порядок наведут и на Бобруйской крепости. Заработанные в этот день деньги пойдут на реставрацию архитектурной жемчужины. Союзная программа, единая система и планы на отпуск. Стал известен список стран для путешествий этим летом, куда могут отправиться белорусы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Будущее союзных программ, а также отношения Минска и Москвы обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча прошла в российской столице. Лидерам было что рассмотреть. От ситуации в регионе, экономики до совместного устройства системы налогообложения. Отдельно президент Беларуси отметил прогресс по дорожным картам. Тема безопасности также в повестке встречи лидеров. В стране работают над созданием единой автоматизированной системы для обработки обращений граждан. Запустить платформу планируют уже в конце этого года. Такой сервис поможет белорусам направить свои вопросы представителям власти любого уровня, от местных исполкомов до администрации президента. При этом пользователь платформы сможет отследить, как проходит работа с его обращением. Патриоты Беларуси открывают сезон дальних автопробегов. Их приурочат годовщине Чернобыльской катастрофы. Уже в субботу утром колонна стартует из Минска на 5-м километре Могилевской трассы и проследует вдоль Мариной горки, Осиповичей, Бобруйска, Светлогорска, Речицы, Нахойники. А затем через КПП в Полесске радиационно-экологический заповедник.
Белорусские туристы могут посетить Албанию, Танзанию, Мексику и Доминикану без ПЦР-теста на COVID-19. Также в этом сезоне нашим путешественникам предлагают 13 мест для отдыха, но при условии отрицательного ПЦР. Среди них Турция, Египет, Тунис, Болгария, Куба, Шри-Ланка, Таиланд, Мальдивы, Кипр, Грузия, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты и Греция. Она открывается с 14 мая. В Черногорию, к слову, теперь можно без теста. Белорусская детская железная дорога открывает сезон 1 мая. В 9:30 на станции Заслонова пройдет торжественная линейка юных железнодорожников. В 11 часов с перрона станции отправится первый поезд «Столичный экспресс». В БелЖД обращают внимание, посетителям детской железной дороги необходимо обязательно соблюдать масочный режим. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1735 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 350 221 человек. К концу лета белорусские ученые представят прототип собственной вакцины от коронавируса. Разработка препарата сейчас на самой активной стадии. Есть и другие проекты, которые помогут медикам в борьбе с пандемией. Например, специальная маска. Воздух, попадая туда, проходит обработку ультрафиолетом. Кроме того, скоро появится отечественное лекарство для лечения заболевших коронавирусом. Куда выбраться после работы? Иногда этот вопрос не находит ответа. Однако речь точно не идет о вечере накануне. В театре имени Дунина Марцинкевича прошел гала-концерт звезд белорусского балета. Карина Гуревич о том, как это было. Для кого-то это обыденный вечер, а для кого-то – новый опыт. Но для каждого этот зал связан с эстетическим наслаждением. На сцене театра драмы и комедии – балетная труппа Большого театра, а именно ведущие солисты. Впереди 15 номеров и больше часа настоящего культурного вдохновения. Я люблю и балет, и спектакли. Мне все нравится. Хотим приобщиться к искусству. Мне и балет нравится, и опера нравится. Интересно послушать и посмотреть. Особенно в нашем театре. Постоянно смотрим спектакли, а сегодня пришли посмотреть балет. Как танцуешь? Вот так. Балет – необычный вид искусства. Он всегда несет в себе историю. Ради того, чтобы прочитать ее между танцевальными па, люди и приходят в театр. На сцене Бобруйска собраны фрагменты из разных постановок. Каждая из них особенная. Это хорошо, что мы выезжаем и показываем на сценах дворцов культуры и театров местных спектаклей. Но, конечно, самое лучшее впечатление – это приехать в театр, в наш театр, и посмотреть, как выглядит спектакль на большой сцене с полным комплектом декораций под оркестровое звучание. Следующая точка – ДК Могилевской области. Большой театр Беларуси привезет балетную постановку «Дон Кихот». Гастрольный показ спектакля запланирован на 25 апреля. Начало в 17:30. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Многофункциональный комплекс «Минск-Волт» – идеальное место не только для жизни, но и для вложения денег. Дома и объекты инфраструктуры возводят с опережением сроков. По мере застройки квадратные метры здесь будут только дорожать. Но до конца месяца новостройку здесь можно купить со скидкой в 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра. Акцию по просьбам покупателей, которые не успели выбрать свое жилье, продлили до 30 апреля. Весна – время приятных изменений. Если кто-то не успел купить свою квартиру в Минск World, то еще можно успеть, что называется, в последний вагон. По многочисленным просьбам, акция минус 100 евро в эквиваленте с каждого квадратного метра продлена до конца месяца. Купить квартиру со скидкой 100 евро в эквиваленте с каждого квадрата можно до 30 апреля. Действует предложение как при 100% оплате, так и в рассрочку. В комплексе Минск World рассрочка на 100 месяцев. Элеонора Барановская купила квартиру в доме «Монреаль» в квартале Северная Америка. Меня интересовало расположение, интересовала удаленность от метро и планировка квартиры. Больше всего понравилась планировка в этом доме «Монреаль». Со свободной планировкой я уже сталкивалась, поскольку строили жилье. Поэтому свободная планировка – это плюс, потому что ты можешь разделить какие-то зоны, можешь вообще ничего не разделять. То есть там уже как по, вот как вы говорите, как у кого фантазии хватает. Перед покупкой друзья попытались отговорить Элеонору и выбрать вариант на вторичном рынке. Там якобы дешевле и ничего не надо вкладывать в ремонт. И она стала изучать рынок. Вторичное жилье смотрела хрущевки. Ну, понимаете, хрущевки 62-го года. И, так сказать, вот, я, наверное, месяц
ходила по квартирам, смотрела. Ну, соответственно, вторичное жилье такого года, мало того, что оно стоит дороже, чем в Минск-Мире, можно приобрести. Соответственно, когда начинается ремонт, это начинается демонтаж. И, соответственно, еще идет плюс в нагрузку по кошельку, так сказать, человека, который приобрел жилье. Поэтому я опять вернулась новостройку. Внимание, квартира в доме 1962 года постройки оказалась дороже новостройки. Скоро у Элеоноры Барановской новоселье. Сделать выбор в пользу застройщика помогла и подруга. Моя приятельница построила квартиру на Маяк Минск. Вот, и даже прежде, чем покупать здесь квартиру, я приехала к ней, посмотрела, поговорила. Но вернемся в Минск Ворлд. Отсюда всего несколько минут до центра, как на метро, так и на автомобиле. И он сам город в городе. Детские сады, школы, медицинский центр, первые этажи зданий, коммерческие помещения. Отличный вариант для развития бизнеса. Новый городской парк. Здесь строят международный финансовый центр, а это 10 тысяч новых рабочих мест. Самый крупный в стране торговый центр. Он будет называться Марамол. Концертный зал, спорткомплекс. Минск Ворлд – это идеальное место не только для жизни, но и для вложения денег. По мере застройки кварталов и возведения всех элементов собственной инфраструктуры, квадратный метр будет дорожать, а стоимость квартиры, купленной по акции, увеличится в несколько раз. В этом году стартовали продажи квартир в 23 домах. Например, в квартале Северная Америка – это новостройки Чикаго и Лас-Вегас. Надо спешить. Квартиры по акции минус 100 евро в эквиваленте за квадрат всего до конца месяца. Как и квартир, выставленных на продажу по этому предложению, все меньше. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!